Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вот, я не буду читать ваш текст, потому что, ну, к сожалению, он написан довольно рвано. Вот, и в нем используется, ну, такой, знаете, так скажем, жаргон, вот, определенный. Вот, и, соответственно, я не вижу для себя возможности этот текст читать, к сожалению. Смотрите, ваши вопросы, они, к сожалению, ну, тоже как-то вот свидетельствуют о том, что вы не совсем, ну, зрело, по-взрослому себя ведете, да, вот. Потому что, ну, если вот вам хочется, допустим, ну, привлечь внимание человека, да, ну, к вам, вот, то, ну, честно говоря, я не вижу оснований для того, чтобы делать это так, как это делаете вы, да? Ну, то есть, игнорировать, да, вести себя равнодушно и так далее. Вот. То есть, ну, вы говорите о том, что он ведет себя по-детски, да, ну, на мой взгляд, вы к большому моему сожалению, да, он тоже ведет себя по-детски своей реакцией на него, и точно вот так же, как он не ведет себя открыто, да, с ним. Вот. А больше используйте вот то, что, ну, можно назвать полунамеками, да, то есть полунамеки, больше используйте полунамек. Вот. И в этом смысле мало чем ваше поведение, да, отличается вот, ну, от его поведения. Вот. Поэтому прежде чем, ну, как-то говорить о нем, да, прежде чем говорить о том, вот, как он себя ведет, да, ну, мне кажется, что можно и нужно поговорить о вас и о том, как себя вот, в целом ведете вы, да, вот, и вот, ну, там, условно говоря, значит, опрошают ли в полной мере то, что вы
хотите сказать, да, вот то, как вы себя ведете. Вот. Ну, то есть вот. Вот попробуйте в первую очередь на это внимание как-то обратить, да, и вот поисследовать этот момент. На мой взгляд, это будет очень полезно. Дальше. По поводу примирения, вот, хочется сказать, что ну, почему-то вы рассматриваете примирение вот так, как будто ну, от вас вообще ничего не зависит, да, и вы ни на что не влияете. Вот. На мой взгляд, это категорически деструктивная позиция, потому что я думаю, что если вы захотите, да, если вы захотите, то, на мой взгляд, помиритесь вы, ну, на мой взгляд, довольно быстро. Вот. Если вы захотите. Если вы захотите. Вот. Ну, а, соответственно, если будете занимать такую же пассивную позицию, как сейчас. Вот. Ну, в принципе, все это будет усугубляться, да, и в общем, всяких недоговоренностей, да, между вами, неточностей всяких, будет больше, и больше. Поэтому я бы сказал, что меньше внимания вам бы уделять ему, да, и ну, больше внимания уделять себе и тому, вот, чего хочется вам, тому, что чувствуете вы, вот, и вот как-то, ну, последующее выражение, проявление этого, вот. Не случайно, на мой взгляд, вам видится то, что он ведет себя как маленький, потому что, ну, вы в этом смысле тоже ведет себя несколько не по-взрослому. Вот. Я могу, в принципе, зачитать те места, где, значит, это происходит. Вы пишете, значит, так, я в машине сказала, что решила дать шанс мальчику, который меня влюблен 2017 года. То есть, как бы, это вот один момент. А второй момент, это я действительно вела себя равнодушно и даже предполагала, что негативно отношусь к нему, чтобы он не догадался о моих чувствах. Вот. Вы считаете это по-взрослому? Вот. Такой способ привлечения внимания. И дальше, значит, так.
Она сделала предположение, что он вел себя, потому что влюбился в меня. Может быть, да, может быть, нет. Вопрос в ваших чувствах, а не в его. Так, значит, мальчику 23 года, даже почти 24, он занимает хорошую должность, добился бы он такого, будь он умственно отстал. Почему вы называете его мальчиком тогда? То есть вот это вопрос о том, да, как, по сути, вы воспринимаете мужчину, вот, и как вы воспринимаете себя в контексте мужчины. Это очень интересный важный момент, да, то есть, если мальчик, то вы девочка, как бы, ну, то есть, не девушка, не женщина, а, да, как бы девочка. Ну и вопрос вашего взаимодействия, да, вот помимо гендерного такого бадания, тоже вызывает некоторые вопросы, да, что общего между вами вообще, вот, и вот какая направленность у ваших чувств, на что нацелен они. Вот, что касается должности, ну, не знаю, может быть, он добился этого сам, но, может быть, ему помогли. Вот. В его возрасте так себя высмеивать, и которая, значит, якобы нравится, это странно, ну, а не странно, когда у вас чувство, да, делает вид, что вы равнодушны. Вот как вы думаете, есть вероятность, что мы помиримся? Ну, об этом я уже сказал. А вот вы пишете, моя мама говорит, что да, причем здесь ваша мама. То есть, каким образом вот, вообще ваша мама, да, вот, значит, ну, участвует, так скажем, в вашей личной жизни, вот. Почему она участвует в вашей личной жизни? Ну, это вот вопрос, на мой взгляд, на который нужно найти ответ. Вот, то есть, то, что вы рассказываете, да, условно, там, другим людям, да, ну, как говорит о том, что у вас есть некоторые трудности с личными границами, а вот, и, собственно, по этой же причине у вас возникают конфликты с мужчиной, вот, тоже мужчиной. Вот, ну, и как-то хочется спросить, да, если он мальчик, то вы девочка, если вы не считают себя девочкой, а считают себя девочкой, да, женщиной, вот, то почему вы тогда обращаете внимание на мальчика? То есть вот целое это вот отношение, да, такое, его нужно корректировать, выводить на более такой взрослый, зрелый уровень, вот, смотреть в первую очередь не на поведение, вот, то есть, да, не на слова человека, вот, и даже не на его поведение по отношению к вам, потому что оно может меняться, а смотреть на вашу реакцию, на ваше поведение, на ваши чувства и то, как ваши чувства выражаются вот, в поведении. Вот, я думаю, вот такой момент нужно вот обязательно учесть вам. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что это было интересно. Надеюсь, что это было полезно вам. Вот. Всего самого доброго. Удачи.